Это вам... Вот сюда можно говорить что-нибудь. Это часы вот. Тесот. Тебе и Максиму. Спасибо. Иногда будет давать его... А тебе будут давать просить. По очереди. Я тебе стрелки буду давать просить. В общем, забьёте стрелку, да. Ребята, группа Underwood. А Тесот подарил часы. Следующий год еще одна песня. Уже ты пишешь. Вот. Сейчас будет прощение Путина. Нет, не нашел его. Ладно, их лица. С Путиным. Ну там, почему ваша студия так далеко находится? Вот. Ну вот репетировали, все очень нервничали. Сейчас будет такая новогодняя песня. Она называется «Елка». Она такая актерская. Недавно написана и записана, и вошла в альбом. А я спою ее. С Новой Гришаевой! Из группы «Бабари»! Новой Гришаева! Да, практически с Новым годом. Сейчас вы почувствуете атмосферу новогоднюю, Саня, с днем рождения. Спасибо, сейчас я могу что-нибудь засуну, чтобы тебя не слышно. Я тебе желаю, чтобы ты всегда получал удовольствие от того, что делаешь в жизни. Да. Я вижу, тебе это нравится. Поехали? Поехали. Друзья, много решаем. Я как ёлка, как долго, красноцвет.
Кричаева! Невероятная, талантливая, прекрасная. Happy New Year! Спасибо, начался мой год на улице. Третий уже практически. Вот. Мне на самом деле не очень смешно. 42 года. Становаться. Чувствуете? Что дальше будет? Ну вот об этом, собственно, и поговорить стоит. Мужчина. А, действительно. Да. Наверняка вы смотрели фильм, о чем говорят мужчины. Да! И о чем говорят мужчины. Да, сказал два человека. А о чем еще говорят мужчины? Ну как вам фильмы? Вопрос спрошу тогда, как вам жизнь? Потому что тоже называется «О чем говорят мужчины». Поехали.